минуты пробили 16 часов по московскому времени. Мы начинаем. Сегодня мне пришлось срочно, не сегодня, а 2-3 дня назад, все перекраивать. Почему? Был полностью сверстан вебинар. И тут несколько писем подряд. Вопросы все те же. Мы получили семечки, мы получили косточки, мы не знаем, что нам делать дальше. 10 роликов, которые все получили до единого, практически никто и открывать не стал. Вот расскажи и все. А вот смотреть, напрягаться, это не по-нашему. И тогда я сломался и сказал, будем целый вебинар посвятим этому от плода и до плода. Вот. И второй момент. В моей гостевой книге никогда такого не было. Идет отчаянный спор. Дружеский, да, но отчаянный. Кто как понимает, мнения разные, когда садить, как садить. Вот. И поэтому все это разберем. Почему? Мне трудно быть посередине, может прилететь с двух сторон. Вот. И этим троянским конем не хочу быть. И третейским судьей тоже не хочу быть. Я складываю свое мнение. Я буду подчеркивать, какой у меня климат. А вы будете примериваться. Похож на ваш или наоборот. Но на всякий случай буду каждый раз говорить альтернативу. Сразу говорю, ребята, все, кто в моей гостевой книге отчаянно спорил, правы все. Все до единого. Нет жестких ограничений. Вот. Я пока скажу только самую хитрую хитрость. Нет, утверждение особое, из-за чего у нас никогда в биологии нельзя будет прокрустово ложе Г заместить. В один год вы сделаете все одинаково. Все. Сроки, влажность, все. Зайдут 100%. Второй год с этого же дерева соберете семена. Поверьте, это не алхимия. Это правда. Все те же самые семена с этого же дерева, только годом спустя. Повторите все сроки. Все один к одному. У вас не зайдет ни одного. То есть и то реальность, и то реальность. Уж я-то шишек наделал. В общем, я-то знаю, что говорю. Поэтому примирение сторон будет как состояться. Сейчас увидите.